Порядок во власти, порядок в стране. Представители общественного совета при администрации Ленинского района города собрались, чтобы обсудить инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система. Однако за 10 лет работы она не оправдала себя. Вячеслав Андреевич Федорищев, он когда проанализировал реализацию реформы местного самоуправления, которая проводилась на территории Российской Федерации, не только в Самаре, но и в Махачкале, в Челябинске, с учетом мнения жителей, общественности, также принял решение о том, что необходимо рассмотреть вопрос о реформе местного самоуправления. Я надеюсь, что, вернувшись к одноуровневой системе, когда бы четкая централизация и распределение полномочий бюджетов, все ожидания наших жителей будут удовлетворены. Одна из основных новаций – перераспределение полномочий между разными уровнями власти, переход к одноуровневой системе. Реформа предусматривает повышение ответственности органов местного самоуправления и региональной власти за исполнение своих обязанностей и взятых на себя обязательств перед жителями. Мы надеемся, что это будет эффективнее, потому что если хорошо, правильно, грамотно работает администрация городов и районов, то мобильность переброски бюджетных средств при необходимости при решении вопросов, она будет более оперативная. Предложение о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления обсуждается при общественных советах при администрациях. Также планируется проведение публичных слушаний. Если жители поддержат инициативу, то городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.